Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про нові та нову реальність життя під час пандемії та після неї. В нашій студії професор кафедри інноваційного менеджменту, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля Володимир Момот. Володимир Момот – кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля «Дніпро». Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів та менеджмент організацій». 2006-2014 – член експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН України. Веде заняття в рамках програми MBA у Міжнародній школі бізнесу УАН. Опублікував понад 250 наукових праць, викладає у вишах та бізнес-школах Європи. Улюблена страва – кава з сиром брі. Хобі – теніс, велосипед, САП. Володимире, вітаю вас в нашій студії. Тож, ми з вами зустрічалися ще влітку, також в ефірі «Шах і мат», ви розповідали про досвід роботи в дистанційному форматі, взагалі, закладів освіти і вашого закладу освіти також. Тож, зараз знов студенти вже 4 тижні так навчаються в дистанційному режимі. Як взагалі відношення їх до такого формату навчання, чи задоволені, чи ні, як вчителі та взагалі освітяни? Спасибо, Татьяна, за вопрос. Ну, действительно, когда мы с вами общались в сентябре, в начале сентября, то хотелось, как это сказать, скорее перевернуть эту страницу истории в нашей жизни. Но, к сожалению, все к нам вернулось. И я сильно подозреваю, что то, что мы переживаем сейчас, никакая не вторая волна, а просто накат первый. Поэтому, вот перефразируя модную фразу когда-то, когда появлялись первые элементы виртуальной реальности, когда порядок слов меняли реальная виртуальность, я хочу сказать, что мы сегодня живем в условиях новой реальной виртуальности. И во всех проблемах, во всех кризисах, естественно, есть возможности для развития, точки роста. Так и здесь. Добре, що ви так позитивно сприймаєте навіть ось цю ситуацію, яка склалася взагалі в Україні і в світі саме зараз. Совершенно верно. Не, ну, отвечая на вопрос, наши студенты уже привыкли, и, собственно говоря, у нас перехода не было, просто и, естественно, объявление на сайте, мы перешли в онлайн, работаем в онлайн. Мы сегодня ставим вопрос о том, как сделать образование дистанционное, обучение, вернее, дистанционное, фактически неотличимым от живого общения. Хотя, конечно, экран монитора – это серьезный щит и серьезная преграда. Но мы работаем в этом направлении. Я же хотел поговорить даже не только к вузу, к ответственности высших учебных заведений, про которые, кстати, забыли. Мы вот сегодня разговариваем 11 ноября, а 15 ноября официально должна закончиться первая вот эта вот волна карантина. Пока про судьбу вузов и форму работы вузов никто не сказал, но это к слову. Тобто ми зараз ще не знаємо, що буде далі, які будуть вказівки від влади для освітян. Я только что закончил общение со студентами, сказав, что ребят, следим за сайтом, следим за моим классрумом. Как только что-то будет известно, сегодня, завтра мы обязательно вас поставим в известность. Як ви гадаєте? Ну, я так розумію, скільки зараз ще питання. Будем реалистами. 10 200 10 600 сегодня, и, скорее всего, это число будет не ниже, да, или по крайней мере, будет не ниже, чем 10 K+. Я думаю, что дистанционное обучение продлится, ну, будучи реальными ответственными людьми. Но я бы хотел поговорить о тех уроках и последствиях. Карантин же закончится в любом случае. Инфекция – это, в конце концов,
угаснет хотя бы за счет выработки коллективного иммунитета. І хоча вот... зараз вже відомо, що є, так би мовити, дослідження, і є вже якась вакцина, яку, яка вже знаходиться на третьому етапі досліджень. Там великі вопроси. Але сподіваємося, що все ж таки її винайдуть. Вы же понимаете, что эта информация приходит от тех, кто крайне или кровно заинтересован в коммерческой стороне дела. Кто эти игроки? Pfizer, Bayer, другие фармакологические, фармацевтические гиганты. Ну, мы надеемся, что вакцина таки будет и в конце концов закончится. Но я об уроках, даже не уроках, а о том... Высновках, мабуть. Да, да, о том даже результатах, которые... обращают на себя внимание, и что можно использовать сегодня в нашей деятельности, не только в образовании. Смотрите, вот в конце лета, в начале осени было проведено сразу несколько исследований, которые касались вот этих самых наследков карантина. Если сухими цифрами говорить, то, во-первых, во время карантина очень по-разному повели себя существенно по-разному, маленькие и большие предприятия. Например, на удаленные формы работы и очень быстро перешли прежде всего большие предприятия, 60 плюс, 63%, если быть точным, согласно одному из обзоров. Вместе с тем, около половины мелких и средних предприятий, там 48-42%. Средних, 42 да, малых предприятий. 42 маленьких предприятий не изменяли форму работы. Я, как мне кажется, могу ответить, почему это так. Потому что переход на дистанционную форму – это все-таки большие капиталовложения. Снова хочу сказать, что вот, допустим, когда мы переходили университетом, мы выкупили все видеокамеры, вот эти вот веб-камеры, которые были здесь в регионе. Потому что, ну что, нужно было преподавателей обеспечивать этим делом. Это дорого. Опыт Гугла, они... каждому работнику компенсировали дополнительные затраты, связанные с повышением, ну, там, комфортности условий якости, работы, мабуть, качества всего в районе тысячи долларов. В районе тысячи долларов. Я хочу сказать, ну вот я оценивал, сколько стоит красивая картинка, которые будут довольны студенты, хороший звук, начиная с 500 долларов. Ну, действительно, вот в наших ценах. За якість треба платити. Конечно. Поэтому большим предприятиям было проще и быстрее перейти и действительно как-то вот начать работать в этих условиях. Что касается маленьких предприятий, прежде всего, как мне кажется, сферы услуг, то я хочу обратить внимание на следующую цифру. Около 36, там 30-36 в разных обзорах называется экспертами такая цифра. 30-36% мелких средних предприятий, как мне кажется, прежде всего сферы услуг, не возобновили свою работу после карантина. То есть, это даже великий відсоток. Это страшный удар по бизнесу, и последствия его мы будем ощущать. Я хочу еще усугубить картину. Я сравнивал предложение количественное, даже не качественное, количественное предложение на рынке труда у нас в мае. Так вот, в мае 2020 года оно оказалось в два раза меньше, чем за май 2019 года. Казалось бы, я ожидал, ну, если не превышения, то хотя бы сравнимых цифр. Казалось бы, только вот карантин отменили, основные, вернее, отменили карантинные, если не ошибаюсь, 12 мая отменили основные карантинные ограничения. А предложение на рынке труда не последовало. То есть это и есть последствия, это и есть тот удар, результаты того удара. Это экономичная криза. Конечно. И этот удар прежде всего был нанесен по сфере услуг, которая, как показывает опыт, ну, вообще мировой, является источником для трудоустройства примерно для 3/4 трудоспособного населения. Звісно, зараз проходять мітинги, як ми знаємо, сьогодні навіть у Дніпрі був мітинг, бо найближчим часом народні депутати планують прийняти закон про введення карантину вихідного дня, який забороняє вікенд роботу кафе, ресторанів та магазинів, які не торгують товарами першої необхідності. Перед облсоветом, якщо я не ошибаюсь. Совершенно верно. І щось подобне відбувається в Києві перед зданням Кабінету міністрів. Ну, дійсно, ще раз – сфера услуг дает наибольшее количество мест для трудоустройства, и ее этот карантин ударит в первую очередь. На месте правительства, ну, я бы хорошо подумал,
Нет, на самом деле нет над вопросом введения или не введения карантина. Повинні бути. Да, но над компенсацией, над какими-то разумными, внятными, понятными всем механизмами, экономическими механизмами. Як то кажуть, коли забороняють, то треба щось пропонувати, якісь варіанти вирішення. Да. То есть как-то сразу же должны быть, по крайней мере, озвучены варианты, которые есть. Что получилось в марте, в апреле, мы знаем. Предприятия не работали, а арендодатели исправно требовали деньги за аренду. Откуда ее взять, эту аренду? Каким образом компенсировать? Некоторые бизнесы, которые восстановились, до сих пор должны арендодателям. Я встречался и с такими ситуациями, в том числе в нашей бизнес-школе, знаю не понаслышке. Но вместе с тем, как я и сказал, любой кризис – это хорошие уроки. Поговорим о других цифрах, которые больше настраивают меня на оптимистический лад. Вот смотрите, тоже те же исследования, которые проходили несколько сразу. Это световые исследования? Нет, это украинские исследования, украинские исследования. Вот. Вы знаете, все-таки в мире, если говорить о развитых экономически странах, там, конечно же, бизнес субсидировали, бизнес дотировали, там проблемы, конечно же, проблемы есть, но они, мне кажется, лежат в другой плоскости. А Швеция, например, вообще не останавливалась на локдаун, да, и пострадала только лишь из-за разрушения кооперативных связей с другими странами. Нет, я говорю о наших предпринимателях. Немножко сошлюсь на исследования, немножко сошлюсь на свой опыт и вот контакты, которые у меня были буквально летом с конкретными бизнесами. Смотрите, по цифрам, по мнению экспертов, около 30-32, если быть точным, процента предпринимателей высказались за то, что они собираются искать новые формы сочетание классической и неклассической. Вот по признанию одного из бизнесменов, недавний мой опыт, он сказал так: ну что, делим там неделю на две неравные части, вот вам 2 дня для работы дома, вот 3 дня присутствия в офисе. Если нужно смещать, я готов рассматривать, если вы покажете, если вы докажете, что вам эффективнее работать дома. Милости просим, если вам нужен офис, разные ситуации бывают. В конце концов, я говорю о производственном предприятии. Индивидуальных особистостей залежить також. И направление работы. Человек ищет, и вы знаете, предприятие прожило, в принципе, жесткий карантин достаточно хорошо. Но технологическое предприятие занимается изготовлением окон. Но с другой стороны, смотрите, 32% ищут. Но там по обзору получается 45%, если я не ошибаюсь, процентов как раз против виртуальной работы, за восстановление классической формы. Почему? Причины, которые называли предприниматели, они заключаются, одна из них меня, если честно, удивила. Они заключаются в следующем. На первом месте около половины, 49%, предприниматели указали трудности с документооборотом. Хоча в сучасному світі. С Google-документами, с Google-таблицами и другими вариантами. Есть еще другие более эффективные, не сочтите это за рекламу, но в конце концов есть Bittrex, есть другие возможности. Я просто называю первую из пришедших на ум распространенную систему, системы коллективной работы, которые предполагают работу из любой точки земного шара, полное участие, полное погружение, участие в информационных потоках. Однако вы видите, что все-таки процент людей, которые, как это сказать, чувствуют себя некомфортно, полностью будучи переведенными в онлайн формат, он все-таки есть, с этим надо считаться. Тут проблема, мабуть, и в интернет-грамотности недостатней. Может быть, честно, я был обескуражен этим результатом. Может быть, конечно, но снова-таки, если мы говорим о частном предпринимательстве, ведь сейчас сегодня уже и взаимоотношения с государством все дальше и дальше, глубже и глубже строятся на онлайн-платформах, на онлайн-сервисе. Системы документооборота начали внедряться, мне кажется, массово внедряться, начиная с начала 21 века. Такая ситуация вышла, и я отмечаю. Конечно, наиболее, как мне кажется,
проблемные вещи, является вторая причина, которую указывали предприниматели. Это невозможность контролировать, ну вот то, как люди себя, вот ход работы, да, вот как люди себя ведут. Здесь есть другое объяснение. Ну, ведь ни для кого не секрет, что наши сегодняшние предприниматели в основном два в одном являются и предпринимателями, и владельцами, и топ-менеджерами. И вот для такого человека, который рискует каждый день своими деньгами, пресс ответственности на нем, естественно, для такого человека крайне важно видеть, что делают его сотрудники. Вот иметь возможность, я не знаю, пощупать этот производственный процесс. Я ожидал, что это, именно эту причину укажут на первом месте, но, в принципе, практически половина, 45% указали эту причину в качестве одной из основных. И получается, что действительно сегодня наши бизнесмены, которые все-таки четко понимают, что отсутствие офиса, виртуальная работа – это фактически ноль коммунальных расходов, ноль расходов на коммунальное, на все эти обслуживание офиса, содержание офиса, ноль арендной платы. Полное исключение потерь времени на работу сотрудников туда и обратно. Естественно, они понимают, что это очень позитивная вещь, но все-таки еще раз вернемся к цифрам. Практически половина жаждет повернуться, вернуться, да, да, жаждет вернуться в условия, привычные им условия работы. Ну да, виходить, а лише 32% замислюються над оптимальним поєднанням форматів. Наиболее, я думаю, что действительно наиболее продвинутые и наиболее дальновидные люди как раз и должны, и, конечно, хотелось бы, чтобы это количество людей росло. И тут я обещал вернуться к образованию и к роли образования. Вот сейчас я вижу нашу новую роль в этой новой реальной виртуальности, роль образования. Я сказал, что мы в университете Альфреда Нобеля уже задумываемся о том, как сделать так, чтобы онлайн-образование, я даже не о качестве говорю, понятное дело, что качество вообще под вопрос не ставится, мы хотим сделать так, чтобы онлайн-образование было неотличимо от физического. Да, это тяжело, да, это те же затраты, чтобы сделать это на профессиональном уровне, $500 на одну как бы ячейку недостаточно. Нужна там, скажем, следящая камера, которая стоит 1000-3 евро, и так далее, и так далее, и так далее. Но сегодня мы видим свою ответственность, хотя бы на уровне, или прежде всего на уровне, наверное, бизнес-школы, в том, чтобы мы действительно вовлекли людей, вовлекли передовых, прежде всего, представителей бизнеса в процесс обдумывания того, каким должны быть следующие формы существования, именно так стоит вопрос, формы существования бизнеса. Коммуникация давай между работодавцем и работниками. Вне всякого сомнения. Давайте подумаем, что говорят те же работники, это наши, а потом я сравню еще и с мнением работников Netflix, Google, вот таких крупных компаний. Про недолики отдаленные работники. И про перевагу, и про недолики. Да. А основным преимуществом люди, конечно же, сразу же указывают отсутствие времени, потерь времени на дорогу на работу, с работы. Работы. Сразу же ты на работе. Возможность работать в комфортных домашних условиях, как не вспомнить многочисленные мемы, когда там уважаемые люди, да, попадали в камеру, будучи полуодетыми и так далее. Ну, действительно, ведь никто так, не... Дети на заднем плане бегают, пересуваются. Да, это ты являешься, ты живешь, да, и работаешь одновременно, экономишь на время, имеешь возможность разложить свою нагрузку так, как тебе хочется по рабочему дню. Никто не стоит с дубьем и не говорит «давай-давай». Есть задача, есть конечный срок ее выполнения, дальше типа «моя ответственность».
Есть возможность использовать, использовать эти средства доступа из любой точки. Не обязательно находиться дома, что-то нужно где-то человеку сделать. Он может сочетать и то, и другое. Несомненные плюсы. Ну, конечно, те же работники говорят о недостатках. Это прежде всего, я бы отметил, тут есть тоже одно язвительное замечание, я бы отметил недостаточную смелость работников. Только 13% в одном из обзоров указали, что им не хватает умения самоорганизовываться. Я сильно подозреваю. Умение плановать. Да, да, я сильно подозреваю, что это совсем не так, и что умение самоорганизовываться, умение включить внутренние часы и делать все не в последний день, да, не в последний момент по дедлайну, а планомерно, заботясь о качестве. Это очень... И плановатый заголовок. Конечно. Это еще очень важное умение. И вот тут снова возвращаясь к ответственности образования. Да, у нас в университете есть, там, скажем, дисциплина самоменеджмент, да. Но, наверное, нам надо пересмотреть, мы уже задумываемся над этим, это риторическая фраза, наверное, нам надо. Мы уже пересматриваем подходы к тайм-менеджменту, к преподаванию тайма, приспособлению этой дисциплины под будущие условия работы. Ведь те студенты, которых мы готовим сейчас, там, через кілька років вони через будуть года, цими через робітниками або підприємцями. Частью этой новой реальности. Естественно, мы должны их готовить. Но что касается недостатков и проблем более общих, и тоже я немножко поговорю об ответственности образования, других сфер. Вы знаете, вот по меткому выражению одного из сотрудников Гугла, да, он говорил, раньше мы жили и работали, да, то есть разделяли, а теперь мы живем на работе. Або працюємо вдома. Да, 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 да. То есть, к сожалению, дистанционная работа, дистанционная занятость, что ли, а Google решил до лета 2021 года в основном работать в домашнем формате, да, удаленном формате. Она стерла эти грани. К чести Google, буквально в октябре Сандер Пичай, то есть генеральный топ-менеджер, генеральный директор Google, сказал, что они эту проблему поняли, отреагировали, и сегодня они переформатируют, как он сказал, офисы таким образом, чтобы действительно дать возможность людям, которых они отправили домой, на некоторое, ну, совсем вот как наши бизнесмены, которые сказали, так, делим пополам, кому куда выходить правильней с точки зрения эффективности, так и делают. Вот они делают такие, значит, условия сейчас создают, чтобы можно было принимать и этих временных сотрудников, которые могут прийти на работу один раз в неделю. Ну, чтобы поменялась картинка, да? Чтобы разрушить вот этот вот круг порочной жизни на работе. Так. Работу рабочего в дома. Совершенно верно. Здесь снова-таки есть роль и образование. Сегодня вот тут, правда, скажу, что мы задумываемся о том, как подойти к этому вопросу психологически. Человек, которого мы выпускаем, мы чувствуем ответственность за человека. Наш девиз там вот написанный на здании «Освита для життя». Мы даем человеку в руки инструменты, которые позволят ему устроиться в жизни. Поэтому в качестве этого инструмента, как мне кажется, нужно ему дать и какие-то, ну, психологические техники, как помирить себя с этой обстановкой. Ну, по себе могу сказать, что фактически семестр жизни онлайн, он даром не проходит. Нагрузка возрастает, и, как бы это сказать, ресурсоемкость, то есть то, что чтобы работать на том уровне качества, на который мы претендуем, нужны куда большие усилия в условиях онлайна, чем офлайн. У нас головне питання тепер. Ви досліджували роботу онлайн або віддалену роботу зараз під час пандемії. Але що ж буде далі? Як ви гадаєте, як вплине ось цей карантин, так, та досвід життя під час пандемії на подальше життя України і взагалі світу? Ну, я все-таки думаю, что направление, которым сейчас движется мир и к которому его подтолкнула
пандемия, вообще оно абсолютно правильное. Я намеренно не говорил об том достоинстве удаленной работы, которое мне представляется основным, чисто преподавательский прием, хочу вынести его за скобки. И наши работодатели, и в данном случае весь мир указывает, что удаленная работа – это доступ к лучшим трудовым ресурсам, лучшим кадрам. А я всегда добавляю, и к самым дешевым кадрам, которые… бизнес есть бизнес, и, конечно же, работодатель шукает смотрит… Шукает оптимальный вариант. Конечно, конечно. И сегодня эти возможности… Еще раз, даже по словам получается, сделать бизнес более эффективным. Они существуют, и их открывает именно тот опыт, который мы получили в условиях вот первой волны карантина. Получаем сегодня. Действительно, можно использовать людей, которые расположены, размещены в разных местах. Можно их использовать частично, то есть как бы, простите меня за термин, совместно, да, когда есть специалист. Сегодня у нас есть проблема с инженерными кадрами. Да, конечно, есть. Как человек, получивший инженерную подготовку, я могу сказать, что мне, вообще говоря, грустно смотреть на то, что перекос пошел, инженерные специальности, люди, умеющие реально что-то делать, разрабатывать. Сегодня эти профессии не пользуются спросом. Ну так давайте научимся тех квалифицированных специалистов, которые остались, использовать совместно. Ну, конечно, возвращаясь к ответственности высших учебных заведений, еще раз, нашу ответственность, которую мы видим. Мы видим наше будущее вот как раз в том, чтобы снабдить руководителей, топ-менеджеров, менеджеров, которые занимаются управлением там, по различным сферам деятельности, тот же маркетинг, людские ресурсы, то есть всего, что мы готовим, мы должны их снабдить инструментами, чтобы они оказались в состоянии управлять в условиях смешанной занятости, которая, как мне кажется, является абсолютно неизбежным результатом, к которому мир придет. И я думаю, что вот эти 32% – это самые передовые. Но уже эта цифра очень большая. Теория инноваций утверждает, что стоит 3%, 2,86, если быть точным, попробовать и остаться довольным новой продукцией, а не в состоянии через свои связи вовлечь всех остальных. В сущности, точно так же инфекция распространяется, это к слову. Но факт остается, что 32% – это громадное число, и будущее, в том числе и нашего бизнеса, в том, чтобы все сочетать. И ответственность университетов в том, чтобы снабдить управленцев, завтрашних менеджеров – этими самыми возможностями. Всіми інструментами для можливості об'єднання комбінованої, так би мовити, поєднання комбінованої форми роботи. Да, то, що ми не просто задумуємося, а то, що ми в університеті робимо вже зараз, і я хочу призвати і остальних колег задуматься и работать в этом направлении. В целом, ну, в общем-то, в будущее я смотрю позитивно, хотя, конечно, вне всякого сомнения, проблемы, которые приносит нам сегодняшний карантин, вот эти вот попытки, поползновения ввести жесткий локдаун, естественно, способны принести много и много неприятностей, хотите высоким словом, бед нашей экономики, нашей жизни. Это таки правда. Але теж є такий важливий досвід. Я вже закінчив на оптимальній ноті. Я просто признав, що сьогоднішній період, який ми переживаємо, тяжелий. Це складно для всіх, але, бачите, дивлячись на наш досвід, який ми отримуємо, все ж таки будемо шукати кращі варіанти. А вам дякую. Завжди цікаво поговорити з професором кафедри інноваційного менеджменту і послухати ваші цікаві дослідження і взагалі вашу думку щодо важливих питань. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!